Привет, друзья! Сегодня приготовим чизкейк без выпекания. Замочите 5 грамм желатина в 7 миллилитрах воды и оставьте набухать. В отдельной посуде 225 грамм сметаны смешайте со 150 миллилитрами сгущенки. Затем добавьте растопленный на паровой бане желатин и быстро перемешайте. 150 грамм любого печенья измельчите в блендере, добавьте к нему 50 грамм растопленного сливочного масла и хорошенько перемешайте. Выложите в форму и сформируйте основу для чизкейка. Залейте основу сметаной смесью и уберите в холодильник на 2 часа. Наш чизкейк готов. Приятного аппетита! Не забудьте подписаться и поставить лайк. Привет, друзья! Сегодня